может быть. Я на хвосте был. Здесь роялисты хранят оружие и деньги. Готовят. Время обучения. Мы усложним задачу. Добавим еще сундуков. Найдите тот, который нужен. И все же далеко он ушел. Не растворился. Андре! Черт! А ну? Было. Нет, следующий. Ah!
Отлично, трофей найден. Soyez le bienvenu ici, monsieur. Monsieur. Ah, papa, c'est de la folie. Hein? Quoi? О, какая приятная неожиданность, мой друг. Все боятся закона о подозрительных лицах. Сказал лишнего, отправился на план. Найдите записи. Спасите Патона. Патон знает о тамплиерах практически все. Торопитесь, найдите его записи. У главного входа полно стражников. Пожалуй, стоит поискать другой путь в здание. Это комендант. Должно быть ключ у него. Странно. Эй, стой, гражданин! Что? Черт! Куда он? Убийца рядом! Но где? Отлично, ключ взяли. Можно изучать записи. Бегун, ты так себе! От закона не убей! Надо присмотреть за ним. Разве
Я... Это здесь не важно. Чёрно. Еще один дурачок. Записи у нас. Ну а теперь пора спасать Патона. Ассасинам нужно отвлечь внимание толпы, но мешают тамплиеры. Разберитесь. Сейчас начнется паника. Готовьтесь увести Патона. Патон бежал. Примените орлиное зрение. Найдите его раньше, тамплиеров. Должно быть, Патон прячется где-то здесь. Арно, как ты? Ah!
потом Патон стал ассасином. Вы молодцы. Заебало отходить. Да этот костюм белым не смотрится, он, блядь, как халат медицинский, нахуй. Надо другой костюм подбирать, белый, с ружьем. А этот не канает. Дворец Пале-Рояль. Он принадлежит... Vous.
Минуточку. Похоже на обычную. А? Что за... Странно. Не приснилось.
жирный слизняк! Капюшон сменить. Так, так, так. Еще один красивый аристократ. Зачем? Так, так, так. Еще один красивый аристократ. Осмелился тут гулять. Ну, у меня есть. Bienvenue dans ma boutique, mon ami. Bonjour et bienvenue, monsieur. Oh!